Доброго здоровья! Я Иванов Анатолий Михайлович, член Национальной спилки фотохудожников Украины. В то же время я автор и куратор проектов осветительно-эстетических, которые направлены на популяризацию так называемой абстрактной фотографии. Что такое абстрактная фотография? Это очень интересный и обширный перечень объектов, которые могут быть сняты. В большинстве случаев это от этих фотографий человек получает эстетическое наслаждение. У более продвинутых зрителей могут быть еще всякие интересные появиться ощущения, ассоциации, чувства возникнуть. Но для того, чтобы творить такие фотографии, в принципе, не так уж много и надо. Первое. Надо посетить мой мастер-класс, который будет проходить в разных городах. На этих мастер-классах мы небольшую теоретическую подготовку делаем нашим слушателям. Мы объясняем, откуда взялось абстрактное искусство вообще, какие перед собой ставит оно цели, и как эти цели можно реализовать на практике с помощью фотографий. Я думаю, что эти мастер-классы, семинары, они будут полезны не только фотографам, но и художникам. У нас уже были случаи, когда художники посещали наш мастер-класс и очень положительно об этом отзывались. Что дают эти мастер-классы для слушателей наших семинаров? Первое – это экскурс исторический в теорию абстрактного искусства и, в частности, абстрактной фотографии. Второе – они дают свободу творчеству, то есть человек раскрепощается. Третье, ну, наверное, самое главное, может быть, он понимает, что такое абстрактное искусство. Абстрактное искусство, невзирая на то, что ему уже больше 100 лет, все-таки считается современным искусством, а любой человек, считающий себя культурным, должен понимать это искусство. Ну, а еще лучше, если он будет еще чувствовать это искусство, каждую работу на уровне подсознания, на уровне его чувств. Поэтому я еще раз приглашаю посетить мои семинары, которые будут продолжаться и проходить в нескольких городах Украины. И добро пожаловать! Я думаю, вы не пожалеете. Всегда следует участвовать в конкурсах, которые будут по абстрактной фотографии. Эти конкурсы могут быть организованы различными организациями. В том числе и мною, наверное, будут организованы конкурсы, которые будут, ну, может быть, не такого масштабного значения, а в небольших рамках. Значит, мы устраиваем посетителям наших семинаров выставки в галерее художественного музея. И кроме того, пока еще это не осуществлено, но планируется, наилучшие работы из тех, которые были созданы на семинарах и слушателями наших семинаров, они могут приниматься фондовой комиссией музея и поступать в фонды музея. Согласитесь, не каждый фотограф может сказать, что его работы находятся в фондах какого-то музея, особенно художественного. Это, мне кажется, большой стимул для вашего дальнейшего творчества. Спасибо, рад буду вас видеть на моих семинарах.